Причал, который мы сегодня видим, он, его можно провести реконструкцию для приема большого количества теплоходов любого водоизмещения, любой классификации и любого количества палуб. Поэтому наша задача сейчас провести конкурс на выбор инвестора, который за свои средства провел реконструкцию этого причала для приема круизных теплоходов любого класса. Можно будет швартоваться, и остановка может здесь быть на несколько дней, допустим, дня. Один день это Череповец, один день это экскурсия Ферапонтов. Да, Ферапонтов, Кириллов, Белозерск здесь рядом, да. Поэтому и мы дорогу тоже начнем реконструировать в следующем году, и поэтому вот этот узел, такой туристический причал, он может стать такой точкой притяжения очень большой. В феврале на градсовете, который я проведу, я думаю, более подробно мы поговорим как раз и по развитию вот этого места туристической привлекательности, которое на сегодняшний день так востребовано в нашем промышленном центре города Череповце. Какой объем средств был потрачен и когда вы планируете открыть движение по набережной? Не все еще средства у нас поступили, и подрядчику мы не в полном объеме оплатили, поскольку работы еще не завершены, акты мы еще не получили, но в общем это 153 миллиона рублей, в том числе 61,6 миллиона это этот год. Вот это контракт этого года, как я уже сказала, работы на стадии завершения, акты будут подписаны, полностью весь объем финансирования будет закрыт. Я думаю, что движение на этом участке улицы Университетской откроется в начале следующей недели.